заключив в 1951 году договор о европейском обмене угля и стали, а уже потом на его базе приступил непосредственно к самим интеграционным процессам. Здесь уж повредит апрель 2025 год. Еще отдельно хотел бы остановиться на двух вопросах. Они по своей природе взаимосвязаны, как и технически решаются различными методами. Речь идет о маркировке товаров средств идентификации и о нашей инициативе по реализации дополнительных мер контроля за перемещением санкционных в России товаров. В отношении маркировки товаров скажу. Дело нужное. Мы в Беларуси к этой теме начали поступаться со середины 2000-х годов. Наработали серьезный опыт и технологии, готовы ими делиться. Члены Еврейского экономического союза из Китайской Народной Республики. Также в рамках решения объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза поручено привести к единообразию практику осуществления контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Еврейского экономического союза. Кроме того, между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызской Республики в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при ввозе из КНР в Кыргызстан и Казахстан от 5 июня 2017 года подписан план совместных действий по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Однако должного эффекта по результатам проведенной работы не последовало по причине неисполнения кыргызской стороной запланированных мероприятий. При сложившихся объемах перетока импорта товаров